Всем привет, 48-й выпуск влога. Сегодня был очень загружен день, практически ничего не успел снять. В основном сплошная работа с утра и вот до 5 вечера, можно сказать. Сейчас просто нужно Тане звонить. За Таней съездить на работу, забрать ее. Да. Снимать без picture profile, то есть до этого все было в гибрид лугами снято, сейчас полностью нет никакого picture profile, детализация 0, насыщенность плюс 1, контрастность 0, и соответственно 5500 у нас температура, баланс белая выставлена, а до этого был либо автомат, либо дневной свет. Мне кажется, картинка тоже довольно хорошая получается, может быть не такой большой динамический диапазон захватывает, но для влогов самое то вообще пойдет. Так, ну в принципе я помчал Таней на вождение. Сегодня вообще жарище. Плюс 20 градусов погода наконец-то устаканилась. Здесь уже не 5500 кельвинов, совсем другая температура. Потому что 5500, она не совсем актуальна получится, потому что лампа накаливания. Соскучился по друзьям еще? Сейчас Мишки в гости придут. Друзья. Идут. Да, пойдем встречать. Я думаю, для экскаватора тебе мало, рано еще. Как? Ну так, ты же маленький, какой у тебя экскаватор. Да как? Мы его просто вызовем, он нам откопает и уедет, и все. Миш, ты меня отпускаешь к маме? За мамой? Ну ладно, я поехал тогда. Все, Миш, пока-пока. Пока. Пап, я подстанцию попью. Короче, баланс белого 5200. Сейчас 5200. Он вроде более реальный, чем 5500. 5500 слишком желтит, мне кажется. Картинка, наверное, вообще очень темная. Будет шикарно. Погода просто супер, плюс 20 градусов. Ветра практически нет, но даже если он есть, он очень такой теплый. Облака, небо голубое, короче, шикарно все. 100% начало нормального лета. Думал сейчас забрать заказ с аптеки Тани, который заказывал. Там только наличный расчет, там у меня, к сожалению, нет налички. Поэтому придется все-таки за Таней сначала, а потом уже в аптеку тогда заезжать. Вот такие пироги. Кстати, моя автомобильная школа, я здесь учился. Но Таня здесь не учится, она просто... Таня не учится, она тут просто вождение проходит. Здесь просто движение меньше всего, поэтому они тут катаются. Так, моя школа, альма-матер. 18 лет тут обучался, с 18 лет. Собакинг. Барбос.
Так что ждем, сейчас должна подъехать. Она уже в пути. Здесь дают на все виды транспорта. Права получают. Там площадка у них находится. До нее идти не вариант, далеко. Здесь у них осмотр, все дела. Можно сделать ОСАГО. Сразу может страховку оформить, если кому надо. Что-то Таня все нет и нет. Как обычно, долго не катают. Вон, кстати, она поехала. Она кругаля тут дает. Сейчас, наверное, последний круг остался. Вот у них тут автострахование. ОСАГО, каска можно сразу сделать в вагончике. Но они, походу, сейчас не работают, потому что коронавирус. Там площадка. Там, в общем, площадка. Там сдаются экзамены в той стране. Смотрите, здание с 1970 года. Ему уже 50 лет. А выглядит неплохо для 50 лет. Вон они, походу, едут. Едут на опять мимо. Приходится сидеть, ждать. Надеюсь, это будет у них последний круг, потому что время уже 7 часов, почти 8 час. Короче, довольно долго они катаются. А ты чё? Привет. Я думал, вы оттуда заедете. Нет, я хотела тебя попугать. Вот, поэтому... Ну чё, как ты? Сколько? Не знаю, попробуйте на химии там покататься. Что будет? Прибыли домой, Таня отлично покаталась. В июле она будет уже сдавать на права. Экзамен ТРУР, вождение. Сейчас пойдем по лужине. Мишанич там уже дождался нас. Мы слишком долго там провозились. Во-первых, пока я ждал ее с этого вождения. Потом инструктор попозже приехал. Потом по магазину. По магазинам прошлись, потому что был продукт затарить. Короче, пойдем по лужине.